Добрый день, дорогие друзья! Мы рады вас всех видеть и приветствовать на нашем концерте, посвященном 5-летию творческой деятельности. Время летит очень быстро, незаметно. И вот уже 5 лет, как мы вместе продолжаем традиции, которые в детстве закладывал в мальчишек Александр Михайлович Жуковский, а уже во взрослом состоянии мы встретились и начали новый путь в поисках музыкальных тайн, попытки их открытий. И что из этого получилось, в конце концов, сегодня мы услышим. В первом отделении мы предлагаем программу русской духовной музыки. Это очень непростая история, русская духовная музыка. Мы представляем эту программу как некую антологию. Мини-антологию, конечно, но для нас это очень важно. Я думаю, что для слушателей это тоже может быть не безинтересно. Как, с чего начиналось? С чего начиналась эта наша традиция, русская певческая традиция? Как она развивалась? И от 16 века по сегодняшний день. Первое песнопение будет знаменного распева, степенно. Это тот самый распев или русский национальный музыкальный код, если хотите, на котором основывается вся музыкальная культура России. И большая просьба выключить телефон, хорошо, что это сейчас произошло. И мы сами относимся к этому как к памятнику музыкальной культуры, потому что мы уже не живем в этой традиции, мы не являемся ее носителями, и поэтому это памятник, это муляж, если хотите, это не может быть аутентично, потому что эта традиция в основном не сохранилась. Отчасти у старообрядцев, но отчасти. Тем не менее, она очень интересная. Это страница русской музыкальной культуры, которая пришла с Византии и до начала 17 века была господствующей, практически до реформы Никона. Итак, знамен распев постепенно.
вслед за этим стало появляться три строчи и трехголосные пение, которые опять же надеюсь, что все выключено. Итак, начало 17 века, трехголосное песнопение «Под твое благоутробие» Богородичен, дешифровки ансамбля Тренировской музыки «Сирии». Пример троисточия, Тресвятое грузинского распева.
Сейчас мы постараемся исполнить. Постараемся, потому что это не просто, действительно нелегко, входить в состояние той эпохи и той музыкальной традиции, к которой мы очень далеко, что называется, ушли и мало имеем тому свидетельств и из устной передачи. И тем не менее, современные медиевисты работают успешно по дешифровке звуковых записей. И вот одно из этих недавних относительно работ московских ученых мы сейчас представим. Это конец 17 века, Прокимин. Дешифровка Дмитрия Саякина, руководителя ансамбля московского и большого специалиста в этой области. Интересно было и для нас погружение в эту музыку, представляя и понимая, насколько умны были наши предки, как они не боялись этих путей, входя в диссонанс друг с другом, но в конечном итоге, приходя к гармонии, хоть и в секундном звучании. Да и страна.
вот вслед за этим строгим письмом, аскетичным и, по моему мнению, наиболее подходящим для молитвенного состояния и для молитвы в целом, пришла другая культура, как всегда, повеяли западные ветви, окно в Европу и так далее. Но это неизбежность, это естественно. И у нас появились итальянские композиторы при дворе, при придворной капелле. И они уже стали формировать, что называется, правила и закладывать свои традиции. Так появилось протестное пение, или гармоническое, или четырехголосное. И вот образец того, с чего это начиналось, в начале 18 века, итальянский композитор Сарти, придворный, при русском дворе он более 20 лет возглавлял капеллу перческую, и его пасхальный концерт «Радуйтесь, люди». Русской хоровой школы стали активно обращаться к знаменам распеву, к истокам. Всех это интересовало, все понимали, что, в общем-то, в какой-то степени засилие этой европейской музыкальной культуры, так сказать, уводит нас от самих себя, и мы теряем этот код музыкальный. И такие композиторы, как Александр Костальский, начинают сочинять протестные произведения песнопения, но в традиции знаменного распева. Потом это развил Гречанинов, потом это развил Рахманинов. Но вот Костальский наиболее яркий представитель. И мы сейчас исполним его песнопение «Благослови душе моя Господа».
20 века эту традицию продолжил замечательный композитор Николай Сергеевич Лебедев. И так как я хорошо знаю его творчество, мы были при его жизни дружны и 10 лет общались плотно. А все его сочинения, все сердечные литургии, панихиды, а пронизаны этим распевом, этой интонацией. Хотя с первого взгляда это может быть и незаметно, но если вы внимательно послушаете, услышите эту мелодику, мелос русской традиции. А сейчас мы исполним его сочинение, написанное 25 лет назад. Это было 1998 год, 500-летие Тихоналужского монастыря. Большой праздник, множество народа. Мы с Александром Ивановичем даже сподобились книжечку выпустить первую Тихонова пустыни Лужский край. А Николай Сергеевич после посещения этого праздника написал акафист Тихоналужскому.
Сейчас мы исполним еще одно сочинение композитора середины 20 века, очень популярного композитора, и в наше время, в 2000-е, 90-е годы, его пели все хоры в России. Признаюсь честно, я не пел никогда. И тому были мои внутренние причины. Я считал, что это хороший композитор, но слишком красив. Слишком красивая музыка для таких. Простите, мы тоже переживаем за Костомарова, но можно сейчас сделать паузу? И тем не менее, мы сейчас исполним сочинение хорошего композитора, действительно достойного, Павла Чеснокова. И взял я только по одной причине, что у нас есть голос, который может подходить для этого сочинения, и оно действительно красивое. «Разбойника благоразумного», солист Михаил Горбунов. Thank you.
современный, очень интересный композитор, относительно молодой, Сергей Ахунов. Запомните эту фамилию. Я с ним познакомился уже 10 назад в Плёсе на фестивале Левитановском. К юбилею Чайковского, он по заказу плёсских организаторов сочинил квинтет, посвященный Чайковскому. И я, услышав эту музыку, удивился, что есть такие у нас еще композиторы, способные на такое сочинительство. И после концерта я спросил у него, есть ли что-то для хора. Он сказал, что нет. Где-то какая-то херувимская была. Я говорю, ну пришлите, посмотрим. Он мне прислал, я посмотрел, ни о чем. Ну, ему пишу, все-таки я буду ждать вашего сочинения о хоре. Уж не знаю, это ли встреча или что-то другое его побудило. В основном он пишет инструментальную музыку. Но буквально последние 2 года он сочинил 3 цикла хоровых, очень интересных, исполненных в заряде тем самым ансамблем, о котором руководитель я вам говорил, дешифровку, которую я делал. И я, конечно, не применил взять у него ноты, один фрагмент из этого цикла, там и смешанный хор есть, и мужской номер из этого цикла, псалом номер 129, «Господи, возвах», мы сейчас исполним. Yeah.
прошли с этим путем от 16 до 21 века, буквально вот до современности. И думаю, что какое-то представление можно получить, иметь о том, как эта традиция русская, хоровая, певческая традиция развивалась. Ну вот сейчас мы исполним песнопение, которое уже больше к традиции духовных стихов имеет отношение, что тоже являлось, естественно, духовной музыкой, составляющей музыкальной культуры России. И это будет колядка «Спи, Иисусе».
финал первого отделения, конечно, мы хотим уже традиционно исполнить молитву Господню «Отче наш», но опять же с определенным подтекстом или смыслом, в каком отношении. Два слова вот еще в ансамбле нашем пути, да, мы с первого года существования, после первого года особенно, стали активно участвовать в конкурсах, и это была Москва, это был Ижевск, Петрозаводск, Калуга, и уже хотелось, получали первые места, даже гран-при, хотелось себя испытать, естественно, и за рубежом. Ну где? Вот у вас была уже программа, складывалась, и понимание подходов и нашего общего языка с ансамблем на предмет духовной музыки. И есть, было во всяком случае, более 40 лет, почти 50 лет, самый главный в мире, в Европе точно, фестиваль русской духовной музыки в польском городе Хайнов. Не в России, а в польском городе Хайновка был самый главный фестиваль. И представьте себе, он 50 лет назад начинался, в те времена, когда и петь-то это было особо нельзя. Ну вот, и мы, конечно, хотели туда съездить. Это очень красивое место, мы с камерным хором там были на конкурсе и стали лауреатами. И это замечательный праздник, фестиваль, очень серьезный, очень солидный. А председатель жюри Рамуальд Твардовский, композитор, коему два года назад как раз исполнялось 90 лет. Сегодня это 92, значит, но он как будто молодцом, как и наш Петрович Шереметьев, тоже молодцом, 92. Ну вот, мы, собираясь на этот фестиваль, который не состоялся по понятным причинам, да, ну, сначала пандемия, а потом уже и навсегда, похоже, ну, для нашей истории современной. Так вот, поляк, католик, по сути, по рождению, но, может быть, он уже и принял православие, может, нет, но он написал много сочинений на канонические тексты в православной традиции. И вот, это очень интересно. Это современное письмо, но это интересно. Итак, Рамуальд Твардовский, «Отче наш». Oh.
традиционным песнопением «Первое деление» мы хотели бы сейчас исполнить для нас премьеру, первый раз сочинение современного московского композитора Антона Вискова, который вполне подходит по завершению нашего этой программы русской духовной музыки, называется «Научи меня, Боже, любить». Солист Максим Смирнов. Счастье.